Вопрос, куда пойти отдохнуть, терзает многих в преддверии выходного дня. Боулинг, кино, прогулка по парку. На днях двери для бобручан распахнула обновленная Мята. Внутри лаунж-бара посетители ждут потрясающая атмосфера и неповторимый стиль. Лучшие диджеи и харизматичный ведущий, который точно не даст заскучать. А профессиональный и вежливый коллектив обслужит своих гостей на высшем уровне. Не забывает Мята и о скорых праздниках. У сети Мята Лаунж, в общем, есть очень интересное предложение, оно скоро выйдет. Я не буду раскрывать все секреты, но обязательно следите за нашими новостями. Все появится буквально денечек, и мы будем анонсировать все в наших соцсетях. Мята уже давно на слуху у бобручан. Лаунж-пространство появилось на карте города еще в мае прошлого года. Но в помещении на Ульяновской ему стало тесно. Флагманское заведение переехало на Крылова 3А. В стеклянном кубе на двух этажах вальяжно расположились караоке, просторный танцпол, бар и уютные столики. У нас можно проводить различные мероприятия, как, я не знаю, там свадьбы, не свадьбы, но вечеринки различные. Пожалуйста, приходите, мы всех будем ждать. И наши двери для всех открыты. Обновленное меню с приятными ценами, напитки и коктейли. Останется довольным даже самый придирчивый гурман. Качественный звук, хорошая акустика и большая музыкальная коллекция. Все это вы найдете в караоке-зале. Есть место и для геймеров. К вашим услугам настольные игры и Sony PlayStation. А если вы хотите провести время в приятной компании друзей или со второй половинкой, то Мята предложит на выбор VIP-комнаты. Бобручане уже успели оценить обновленный лаунж. Очень уютно в Бобруйске, я не хочу никого обидеть, но так просторно еще нет, ну нигде так просторно нет. Хорошо, очень хорошо и красиво. А главное, эффектно и пафосно. Атмосферка вообще как? Классно, примерно, комфортно. А в старой были? Где? В старой Мяте были? Да, да, да. Ну и как, сравните вообще заведение? Больше места, простора, ну, больше нравится здесь. Отлично, супер, открытие, прекрасно. А как вообще атмосфера? Пока мне все нравится. Двери лаунж-бара открыты ежедневно. Посетить заведение можно с 2 часов дня до 2 ночи, с воскресенья по четверг, и до 5 утра в пятницу и субботу. Мята – это идеальное место как для отдыха, так и для ярких вечеринок. Приходите и лично погрузитесь в неповторимую атмосферу. Анастасия Шевцова, Максим Галенко, Бобруйск 360.